продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Зрительный зал полон сказочных персонажей. Сегодня в Национальный театр Тувы съехались дети со всех районов республики на новогоднюю елку главы. Перед традиционными хороводами вокруг елки артисты Национального театра подготовили для важных маленьких гостей сказку «Иванушка-дурачок». Маленькие зрители с любопытством и интересом наблюдали за приключением непутевого паренька, но который, благодаря своей честности и искренности, в конце все же выходит победителем. Зрительный зал полон, все 650 мест заняты. Каждый год на новогоднюю елку приглашают детей со всей республики, которые, возможно, чуточку больше остальных нуждаются во внимании и заботе. Даже из далекого Терехурского Кажуна у нас делегация прибыла. Не смогли по погодным условиям приехать только дети из Тотжинского Кажуна. Ну, елка главы, она больше ориентирована, то есть она для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Поэтому вот основными организаторами является агентство по делам семьи и детей и Министерство образования нашей республики. Также среди приглашенных детей есть отличники и хорошисты, имеющие успехи в спорте и в творчестве. А девятиклассник Начин Ширин был приглашен на елку главы за свой отважный поступок. Школьник в августе этого года спас двух женщин, вызвали их из горящего дома. Он горел там, и окно сломал. И вытащил две женщины. Они там плакали, там орали. И там кладовку тоже так сгорел. Все. А кадет Владимир Анчу впервые на новогодней елке главы признается, что хотел бы попасть на главное новогоднее мероприятие еще в следующем году, но уже не один, а в компании. Здесь очень было интересно. Сказка была очень интересная. Мне очень понравилось. На следующую елку я хочу, чтобы моя сестра сюда тоже пошла. Уже в фойе театра детям новогоднее настроение дарили свинка Пеппа и 4 обаятельных снеговика. Кульминацией стали традиционные хороводы вокруг лесной красавицы со сказочными персонажами. В конце каждому ребенку был вручен сладкий подарок. Делегация тувинских школьников отправились в Москву для участия в кремлевской елке. Как сообщает Министерство образования и науки республики, путем конкурсного отбора была сформирована группа из 16 учащихся. Это отличники учебы и призеры различных конкурсов и олимпиад, также дети социально незащищенных семей и дети, родители которых погибли в горячих точках. Общероссийская елка пройдет 26 декабря в 12 часов в Кремлевском дворце съездов. Напомним, в 2017 году наши дети были признаны самой красивой делегацией на кремлевской елке в городе Москве. Накануне на площади Арата состоялась торжественная церемония передачи ключей от автомобилей для образовательных и медицинских учреждений Тувы. Как заявил глава Тувы Шалбан Карол, 10 автомобилей скорой медицинской помощи и 13 школьных автобусов стали для республики своеобразным подарком к наступающему Новому году от правительства страны. Ну а учителям нам, конечно, очень хочется, чтобы автобусы, они способствовали хорошему качеству образования, мобильности наших детей. И опять же, хотелось бы, чтобы это все было сопряжено с необходимыми системами, действиями, направленными на осторожное обращение техникой. Стоит отметить, что новые автомобили скорой помощи оснащены современным медицинским оборудованием и специально подобраны под условия непростых дорог региона. Всего в республике в этом году было выделено 18 единиц автомобилей скорой медицинской помощи и 25 школьных автобусов российского производства, которые также вручат до Нового года.
Экспорт из Тувы в Монголию за год вырос 7 раз, что стало поводом для властей Тувы в 2019 году упорядочить и увеличить долю малого и среднего бизнеса в экспорте. Об этом заявил глава республики Шалбанкоров в очередном послании Верховному Хуралу на 2019 год. В частности, республика создает ряд институтов, призванных активно содействовать расширению экспортных возможностей местных предприятий. Один из них, региональный центр поддержки экспорта, уже начал работать. Глава региона поставил перед ним задачи по обучению предпринимателей, имеющих экспортный потенциал. Кроме того, правительству Тувы поручено подготовить условия для наделения торгово-промышленной палаты Тувы правом выдачи сертификата происхождения товара, от которого зависит возможность получения льгот по торговым операциям. Сегодня в международной торговле и, в частности, экспортных операциях занято 30 тувинских предприятий. И о курсах валют: доллар стоит 68 рублей 73 копейки, евро 77 рублей 86 копеек. Уважаемые абоненты, услуги IPTV от КСИ. Теперь вы не пропустите ничего интересного. С новым сервисом «Отложенный просмотр» услуги IPTV от КСИ. С помощью сервиса «Отложенный просмотр», который поддерживает более 15 каналов, в течение 48 часов вы можете досмотреть финал футбольного матча после работы или учебы. Вместе с сервисом «Отложенный просмотр» у вас есть возможность остановить передачу, если вам нужно отвлечься, и досмотреть ее позже или даже перемотать назад. IPTV можно посмотреть на смартфоне, планшете или на ноутбуке. Вы больше не будете привязаны к одному экрану. Вся ваша семья сможет одновременно на различных устройствах смотреть все, что им нравится. Более 170 каналов, в том числе местные телеканалы, каналы HD и 3D качества, функция «Отложенный просмотр», онлайн-веб-камеры улиц города. Все это доступно для просмотра на IPTV от ТСИ круглосуточно. Склад-магазин «Виктория», декоративная косметика, аксессуары и многое другое. Оптовикам скидка 40%. Улица Энергетиков, 3/3. Продолжается кампания по уничтожению волков. В минувшие выходные загонные охоты на серого хищника прошли по всем районам республики. Всего в охоте приняло участие свыше 230 опытных охотников. Волчатников было задействовано 43 внедорожника и 50 лошадей. Учитывая особенность поведения волков, где-то охоты были результативными, а где-то результат не порадовал охотников. Так, например, в Чедыхольском районе в местечке Сайлык волчатники добыли одну самку волка. В Аверском районе бригада волчатников уничтожила сразу же 4 волков. Это двоих самцов и две самки. Напомним, работа по регулированию численности волка на территории республики продолжается. На сегодняшний день всего по республике уничтожено 308 волков. Росздравнадзор Тувы по факту материнской смертности провел внеплановую документарную проверку в отношении республиканского родильного дома. В результате проверки было выявлено, что в медучреждении беременной женщине медицинская помощь была оказана несвоевременно, с нарушениями порядка оказания медицинской помощи. Так, при наличии медицинских показаний, госпитализация в стационаре, оказанию специализированной медицинской помощи беременной женщине, медицинскими работниками республиканского родильного дома дважды было отказано в госпитализации и лечении, что привело к ухудшению состояния беременности. Временное, а именно развитие осложнений заболевания. К моменту госпитализации медицинское учреждение состояние женщины было тяжелое. Из-за тяжести состояния развития осложнений впоследствии беременная женщина скончалась в акушерском стационаре. По результатам проверки республиканскому родильному дому выдано предписание о принятии мер по устранению выявленных нарушений. Результаты проверки также направлены в Следственное управление Следственного комитета Тувы для сведения и принятия мер по выявленным нарушениям. По республике ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12. В Кызыле переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью -37, -39, днем от -28 до -30 градусов. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.